Очередное видео одним доктором из Ейска. Не знаю, слышно меня или нет. Но мы сейчас на пляже Каменка. Вернее, Каменка там дальше. Ну, а это ее дикое продолжение. В общем, там, где мы живем. Хочу поделиться тем, что сегодня очень... Я была разочарована посещением ЖД вокзала города Ейска. Ну, видимо, просто сыграли свою роль такие правила, что раз у меня электронный билет, который я хочу поменять, и он оплачен через карту, в общем, деньги возвращаются на карту, но в течение месяца. Я уже записала свое видео, которое войдет потом. Мои видео из Ейска. Вот. Но дело в том, что я почему пошла на то, чтобы поменять билет, потому что я уже делала так в Москве. Я меняла электронный билет на обычный, там с небольшой доплатой. Почему на сей раз у нас не получилось такого? И мы в итоге брали за полную стоимость новый билет, а деньги за тот билет, который мы вернули, придут в течение месяца. Вот это вот мне совершенно непонятно. И по большому счету мы потратили кучу времени на то, чтобы доехать до ЖД вокзала и купить новый билет, хотя все то же самое мы могли сделать онлайн. Без суматохи, без суеты. Ну, теперь уже получилось, как получилось. Мы очень устали. Полдня на это убили, действительно. Ну да ладно. Главное, что мы на пляже, что мы отдыхаем. Вот немножечко вам дневного Азовского моря. Не вечернего, а дневного. Кстати, тут у спасателя такая классная собачка. Не знаю, спасатель это или кто. Может быть, и просто отдыхающий, но сидит он вот тут рядом с будкой спасателя. Собачка клёвая, правда. Вы достали яблочко? Судя по тому, что ты жуешь, вы достали яблочко? Вот так вот перекус на пляже.